Рождественский сироп. Паштет. Говяжья печень и коньяк. Луковое варенье. Это вахуком. Конфетки такие, зефирные конфетки. Все со вкусом пипаркока, пряного печенья. Печеньки. Ручная работа. Конфетки ручной работы. О, какая фиолетовая, сердечко фиолетовое. И вот тут, правда, все уже испортилось. Но что это такое, так я не знаю. Сейчас я его разрежу. Пробовать, конечно, не буду, но... Мне тут вот этикетки мои. Ну, активно пахнет плесенью. О, что-то черное внутри. Ну, похоже на хлеб. Ну, в смысле, на булку, наверное, какую-то похоже. Но почему оно такое черное? Может быть, кто-то из наших знает, что это такое? Ехала сегодня с работы и решила на праздничный стол заказать суши, чтобы было быстренько и всем было вкусненько. Обычно молодежь всегда любит суши. Я заехала по пути, а мне говорят, что заехала в MySushi, а мне говорят, что никак нельзя заказать на месте, надо только через интернет. И вот я пришла и давай разбираться. Как и что тут можно заказать? Возьму ассорти. И тут долго-долго я все это изучала. 24 штуки, вот 31 евро. Детский сет. 22 штуки. Вот такой. Скажу честно, что я уже заказала. Я заказала вот этот набор. 42 штуки. Здесь еще салат. Но меня очень поразило, что нельзя заказать на месте. Фантастическая четверка. Ой, ну тут куки-куки. Тут еще детское меню. Наггетсы из курицы. Королевские креветки 5,80. 6 штук 5,80. Картофельные улыбки 6 штук. Подаются с кетчупом. 6 штук 4 евро. 12 штук. 4... Сколько там? 4,90. Это элька, это поменьше, эти побольше. Побольше странно. 12 штук стоят так на 90 центов только дороже. Вот. Какое тут изобилие.
закуски. Жареные гёдза с курицей, 7 штук, 9 евро. Жареные японские куриные пельмени, гёдза с кисло-сладким соусом. Сырные шарики, 8 штук, 5, 6,50. Куриные крылышки и наггетсы из королевских креветок. Ну, мы, в общем, это теперь тут маки. В общем, вот такие вот тут расценки. 9, 8, 9 за 8 штук. Теперь что тут? А, вот десерты. Десерты. Пирожное с карамелью и арахисом. 5,50. Брауни, бисквит, арахис, домашний карамель, крем на основе крема сыра. 5,50. Ну, такие, я скажу тебе, маленькие пироженки. Шоколадный мусс 5,50. Киевский торт 5,50. Легендарный киевский торт в современном исполнении. Теперь что тут? Фрути де Боско, ванильный мусс, прослойка из лесных ягод. Классический чизкейк. 5,50. Да, я видела там, у них на витрине был вот такой совсем маленький кусочек творожной запеканки. 5,50. Ну, будем, как говорится, снимать. Давно не заказывали ничего, так что будем снимать пробу. И салаты. Ну, вот салаты у нас будет. Салат из морских водорослей. Вот, 5,50. Блюдо дня. Вот с 10 до 21.30. Вот в пятницу 6-го было, видите, 16 штук. Темпура с ветчиной и сыром, плюс тамагу темпура с лососем. 12-12. Вот сегодня можно было купить 16 штук вот по такой цене. Ну, наверное, это нормальная такая цена. А завтра, ну, цены нету. Завтра будет темпура с курицей, плюс ракоши тамагу темпура. Тоже 8-8, цены нету. Воскресенье. Вот такие будут. 8 штук королевские креветки в темпуре Филадельфии, края летучей рыбы, снежный краб. Понедельник тоже 8 штук. А, 8 плюс 8, чего-то тут. Ну, в общем, вот такая тут эта самая компания. Ну, мне уже пришло все подтверждение, уже подтвердила, заплатила, так что у нас уже будет праздник.
Ждем Рождества.